Новые правила для мигрантов в России. С 1 августа вступили в силу постановления, которые коснулись проверки знаний иностранцев, материалы экзаменов по русскому языку, истории и законодательству РФ сохраняются в течение 3 лет с даты выдачи сертификата. Форму и порядок проведения зачетов определяют организации, одобренные Минобрнауки. Утверждены правила формирования реестра сведений о документах об образовании. Изменена методика расчета стоимости услуг – 5,9 тысячи рублей для разрешения на временное проживание или ВНЖ и 3,8 тысячи – для трудовой деятельности, а также патента.